Добро пожаловать в санаторий «Южное Взморье» – одну из лучших здравниц Черноморского побережья. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха и восстановления здоровья круглый год. Санаторий «Южное Взморье» расположился в самой южной точке Черноморского курорта – в Олимпийской столице, Адлерском районе города Сочи. Сама природа здесь способствует целительному отдыху в любое время года. Море и горы, субтропические леса и хвойные рощи, минеральные воды и целебные грязи – настоящий лечебный арсенал курортов юга. Администрации Южного Взморья удается по максимуму использовать все эти природные факторы для достижения наилучших результатов, восстановления здоровья и прекрасного отдыха всей семьей. Добраться в санаторий не составит труда. Он находится в нескольких минутах от железнодорожного вокзала и аэропорта, в самом сердце Адлера. Гостей в любое время суток радушно встречают менеджеры службы размещения. Для удобства отдыхающих из аэропорта и вокзала организуется трансфер на комфортабельных автомобилях, в том числе и представительского класса. Название санатория «Южное Взморье» говорит само за себя. Это прибрежная полоса с потрясающим видом на Черное море. Неповторимая территория санатория раскинулась более чем на 11 гектарах живописного дендропарка с удивительными аллеями, с реликтовыми видами насаждений, беседками, фонтанами и скульптурами. Номерной фонд санатория предлагает самые разные варианты проживания. Это и демократичные одно- и двухместные номера категории «Стандарт», и роскошные апартаменты с террасами, а также утопающие в зелени отдельно стоящие коттеджи. И как бесценный подарок для всех гостей, потрясающий вид на море из большинства номеров. Дизайн интерьеров пронизан общей философией комфорта, очарования классики и роскоши итальянской мебели. Уют и гармония, которые привносят изысканный текстиль, современные сплит-системы, спутниковое ТВ, Wi-Fi и даже собственная кухня. Здесь есть все для настоящего отдыха. Важной составляющей отдыха, несомненно, является питание. Этому аспекту в санатории «Южное Взморье» уделяют огромное внимание. Завтраки, обеды и ужины проходят в торжественных залах с праздничной сервировкой, что превращает трапезу в настоящий прием. Шведский стол или а-ля карте. Гость
после санатория могут выбрать свой формат питания, независимо от которого в их меню будут только качественные и свежие продукты. Мастерство и фантазия шеф-поваров санатория способны каждый день удивлять гурманов и открывать новые грани всеми любимых блюд. Огромный опыт кулинарных мастеров позволяет гарантировать не только высокие вкусовые качества пищи, но и ее пользу, поскольку именно полезное и здоровое питание – залог полноценного отдыха и успешного лечения. Лечение в Южном Взморье – это прежде всего комфорт. Инновационные методики, применяемые в санатории, нацелены на достижение высоких результатов, исключая риски, побочные эффекты и неприятные ощущения. В своем роде уникальная лечебная база позволяет проходить в Южном Взморье реабилитацию людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной, эндокринной систем, обмена веществ, мужских болезней, урологических и гинекологических заболеваний, а также заболеваний кожи. Высококлассные специалисты диагностического центра санатория на инновационном оборудовании проводят уникальные исследования, клинические анализы, гормональные скрининги, ультразвуковые исследования. В штате санатория высококвалифицированные узкие специалисты, которые всегда готовы проконсультировать гостей по возникшим вопросам их здоровья. В основе лечения индивидуально подобранный курс процедур, сочетающих как бальное лечение, лечение различными водами и натуральными грязями, так и инновационные аппараты, что способствует достижению наиболее положительного эффекта. Санаторий имеет статус эндокринологического центра, что подтверждают многолетний опыт и отличные результаты лечения пациентов со всей России. На базе здравницы работает центр естественного оздоровления «Натурамед», в основе лечения которого лежат методы использования собственных глубоко скрытых резервов оздоровления организма на межклеточном уровне. Южное Взморье – современный санаторий, готовый не только восстановить здоровье, но и предложить замечательный отдых во всех его проявлениях. Собственный галечный пляж, оборудованный аэрариями, тентами, шезлонгами, душевыми, высоко оценили миллионы гостей здравницы. Детская площадка с лабиринтами и батутами, а также команда веселых аниматоров обязательно станут любимыми у маленьких гостей Южного Взморья. Ежедневные мероприятия, концерты звезд эстрады, тематические вечера добавят положительных эмоций. Оставший уже традиционным летний карнавал закружит вихрь настоящей бразильской самбы. Жаркие танцы и чувственные ритмы – неповторимая атмосфера Черноморской ривьеры. Для любителей активного отдыха – теннисные корты. Открытые и крытые бассейны с морской подогреваемой водой. Тренажерные залы с профессиональными инструкторами. А собственное экскурсионное бюро позволит наполнить свой отдых незабываемыми впечатлениями. Южное Взморье – идеальное место для бизнес-туризма. Новейшее мультимедийное оборудование, комфортабельные конференц-залы и рестораны для проведения корпоративных мероприятий позволяют проводить полномасштабные бизнес-туры на самом высоком уровне. Комплексный подход в сочетании бизнес-программы и гармоничного отдыха на Черноморском побережье давно практикуют крупнейшие компании со всей России.
Высокое качество работы санатория «Южное Взморье» подтверждено золотым сертификатом соответствия стандартам Франкфуртской ассоциации Star Quality. В 2009 году санаторий стал победителем 10-го всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2009». Южное море, южное солнце, Южное Взморье ждет вас!